А вот доктор напряг создал. О, тактика флок, тактика флок. Кстати, доктор, так, мне мой нужен совет. Бери передозы. Бери передозы, бы теперь любая медицинская пушка лечит, не только кровопийцы. Теперь передоз тоже. Пошел, передоз. Пошел. Блин, это медик, просто там передоз начался. Да не, когда передоз может бегать как скал. Я знаю, нашел магазин. Край! Блин, давай. Самое главное, чтобы он тебя поставь не заметил. Поставь силите, я уже. Самое главное, чтобы он тебя не заметил. Хватит, я скал помогаю. Усилитель нужен. Разведчик, подойди. Все. Лезь! Нет, не слезу. Ну ладно. Подожди, я пришлю. Пропиши команду Пиги. Да. Край! Так. Сурикат, телепорт я отверг. Я слез. Вон бот к нам идет. Ой. А сейчас. Давай, 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 давай. Помогай. Ой, прости. О, прости. А вот бейте бота. А, нет, стоп, держите подальше от босса. Ай. Опять бот накапливается. Мать, пофиг. Блин, живой я! Вон отсюда! А, да, прикол вот в чем. Если ты умираешь за слесаря, то роль выживает. Это он такой баг. Проблема этого босса, он не может нормально турель ломать. Да, ну, он наносит ему. Он только единицу наносит. Вот что, прикол! Есть, попал. Ну все, иди сюда. Нет, не бей меня. Блин. Я босс, я врубил берсерк, когда делал его убить, но он в рейдж. Ой, доктор, как мне нужно раздать